Вот трое детей, все время всплывает. Дочь, не было мысли что-нибудь вот в шоу-бизнесе замутить? Нет. Семейное? Нет. Почему? Я считаю, что есть гораздо более интересные вещи. Во-первых, мне не нравится ограниченность нашего шоу-бизнеса. Как ни крути, мы варимся в собственном соку, нас не воспринимают. Хотя недавно буквально мой товарищ, музыкант группы «Диалог» бывший, написал песню, которую исполнила Pink. Эту песню сейчас во всех чартах на первом месте. Но мы в любом случае... А кто написал? Один парень из Краснодара, бывший клавишник группы «Диалог». Исполняет Pink, да? Исполняет Pink. Единственное, что он, конечно, поскольку живет в станице в обычной, сначала ему предложили 10 тысяч долларов, потом ему позвонили и сказали, а если мы тебе дадим еще 5, ты нам авторский перепишешь? И за 15 тысяч долларов люди стали миллионерами. То есть те авторы, причем там была очень серьезная схема сделана, они год делали аранжировки, как бы типа утверждали, это все публиковали в интернете, для того, чтобы кто-то потом не оспорил эту ситуацию. То есть таким легализовали. Вот, легализовали абсолютно, да, это произведение, но это русский парень написал. Живет в обычной деревне, у него семья. Ну вот получается, что нравы в шоу-бизнесе, они глобальные, они везде, на самом деле. Но все равно мы не присутствуем. Волчьи. Я считаю, что много интересных есть вещей, и даже вот я сам себе представляю, что когда-нибудь я сменю род деятельности, например... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.